Да, доброе утро, товарищи. Вот у нас уже первое число. Ты не там снимаешь, блин. Не-не-не, уличку вот снимаем. Да, какое число? 1 декабря? 1 декабря. Ага. 1 декабря. 2019 года. Да, сейчас посмотрим на время. Олег. А, что? Нет, было 31 декабря, это 1 декабря. 1 января. 1 января, он время 7:33, видите? Да, короче, вот. Все отдыхаем, гуляем, елочка стоит. Коля лежит. Зато батька отдыхает, вот царь должен отдыхать вот так. То наш царь, короче, отдыхает. Корону мама, забыли, да, 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 зато мама в своих ручках сидит и даже все движение по себе. Я папину сейчас корону возьму, начищу, чтобы утром же одеть, чтобы сияло, да. Понимаешь? А, смотри, красавица спит наша, Светик. Вам поможет ручка, живой. Блин. Самый разве можно звать? Кстати, самый смекалистый, все эти конкурсы выиграл. Да. А я не бачив, бо я просто спав з 4 до 7. Так, тут моя Каренина, моя посуду. Ну, а там показувати не буду, там влюблені сплять. І так, короче, а на дворі трошки холодно. Холодно і світло, смотрите, да? І не все красиво, все хорошо. Можна отдыхать, гулять. Значить, ми підемо починати утро. Ну, я, в принципі, буду починати вже утро. Вони ще вечір, їх не відпустив, но я вже проспався 2 часа, я буду починати утро. Ну, смотрите, у мене є цей, мінералочка така. Ага, да. Шампанське, походу. Шампанське, так. Да. Надо ж починати з хорошого, а закінчувати вторим числом. Все, до скорої зустрічі. Батя проснеться знову, знімемо вторий. Уборка після Нового року. Где ж валяється, где ж стоїть? Ну, зачем ты открыла? Я хотела на камеру открыть его. Я не открыла, я его вытянула, оно вытянулось. Гляньте, какой классненький, нам вообще сюрпризик подарили. Это Надя подарила, да? Угу. Со Стасиком. Вообще. Ну, потом клёво. Сама, короче, откроешь. Да, я хочу его открыть так, чтобы видно было. Такой блестящий, красивый. Короче. Так. Ёлочка у нас, вот. Штатив надо уже кому-то, нет? Да, оставь штатив. Зачем? Пускай будет, может сейчас снимем. Тут у нас Николай грустит. Штаны, может, снимешь вот эти? Ты, они страшно какие, страшные. Ну загрустил, иди старушка, я в печали. Ну а что делать? Что, убираться? Не хочу убираться. Надо. Коля требует продолжения банкета. Я требую продолжения банкета. Ну не будет продолжения никакого, пока мы не поприбираемся. Давай. Прибираемся, сейчас должен еще малый подскочить. Вперед. Окей. Окей. Видишь, не даешь мне играть на гитаре. Я говорю, что ты не играешь на гитаре. Коль, твой медиатор где-то профукался. У нас оно валяется все на полу. И подарки, и не подарки, все, все елки-палки. Кто мой цветок сюда поставил? Что он там все время стоял? А за ним заныканные были бутерброды, которые пролежали 2 дня. Поставим его назад на этот. Зачем его с этого убрали? С окна. Я предлагаю пакетики все аккуратно сложить на следующий год. Смотри, какие новенькие, все чистенькие. Даша, у нас... Прикольно, елка, ядрём пока, да? Да, прикольно, да? Угу. Так, это сегодня у нас какое же число? 2-е, да? Коля, тебе надо коробку очистить? Кто-то спер, слушай, с коробочки я подарок. Я не спер, тут я высыпала. Даша высыпала. Она стояла тут, я подняла за него, а она все высыпалась. Сегодня какое число? 2-е. 2-е. Вот, 2-е число. Я утром проснулась еле-еле. Знаешь, у меня было захрипшее этот, как он называется, горло? Угу. Флешка. Вот такая флешка, никакая. У меня было захрипшее горло, я не знала, как разговаривать. У меня было полностью, да? Да. Все, ужас. А я бодрячком вообще. Угу. И, в общем, мы уже даже зеленку нашли, чтобы горло мазать. По соседям, по всем соседям звонили. Да. Сука, обзвонили, искали зеленку. А потом мне Коля сделал чай с малиной. Я прям принесла Даша. Да, горячего-горячего чая такого выпила. И сейчас хоть разговаривать начал, глотать хоть чуть-чуть могу. Так что так. Так, да. Ну ладненько. Сейчас мы убираемся, должен Маловский еще подбежать. На стол. Стол на стол. Ай, не дотянул. Не достал, да? Да. Хорошо, давай. Так. Сколько? 3-1? Да.
Ты мне сейчас главное третьего загнать, не сделать. Ну да, это ж сейчас не попробуй. Тебе главное не загони своего свояка. Свого. Красавчик. Вообще. Понимаю, ты уже дарил. Просто прошлогодний твой подарок. Такой бильярд, да? Мини. Ничего. Разбогатеем, купим, блин, здоровый дом. И будем нормально дома резаться, да? Абракадабра! О! Да, ща, нормально все будет. Да? Да, смотри. А ну. Ага. На одного. Сейчас не получилось трошки. Да. Что-то пошло не так. О, у вас еще одно отдело. Я не буду заморачиваться. Я палец подставляю, понял? Если я ставлю палец, понял, но... Не, ну... Это сложный палец. Все, давай, давай. Блин. А ты считаешь, я куда бегаю? Я тоже на телефоне понял. Ты все, поехал. Так, о, сейчас разобьем тут кучу. Давай. Нет, ну там целое такое. Ну ладно. Вот он с быстрым батареей, Миша. Сынок. Я же такого не бачила, Вильярда. Что так на полу? А что делать, блин? Не, ну Коляш, тут это фиаско. Ну я же тебя, смотри, видишь, подобрал. Да. Желтенький сейчас не делает он наш. И свой, да? Угу. Красавчик, блин. Повторил. Так. Ё-моё. Один дома. Боже, его тоже крутят. Один дома три. Молодец. Красава. Китя, мы играем. Коля, а можно было нас на пол сейчас постелить? Нет. В пол. Так слышишь, зачем вы не поставили ножки к нему? А что, ножки есть? Ну да. Да, вот же он на ножках. Ну на ножках, смотри. И в ножки специально уходят эти шарики. Шарики уходят в ножки? Да. Обалдеть, один ножки. Один. А их снимая, наверное, да? Вон же ножки. Конечно, ножки. Нема ножек, Наскинули. Наскинули. Как так-то? Я так это взял его, папа, на бокал. Да ладно, что, серьезно? Подожди. Нету? Нету. Обалдеть. Блин. Блин, надурили. Видишь, не досмотрели? Короче, ладно. Давай, закругляй. Капец. А ты показывал, что тут уже есть? Вот это шо? Вон ножки, вы, блин. Село, купи карту. Купил и карту, ай-яй-яй. Николай. Пушкин кот. Ты на грязном полу снимаешь все. Да. Вот там вот... Как это грязный? Это у нас здесь... Горел вентилятор. Да, я только хотела сказать. Коля спалить там решил, когда мы только въехали, дом. Поставил вентилятор, он что-то там перекинулся или что? Тепловентилятор. Нет, он работал, а потом просто загорелся. Просто загорелся. Да. Ночью причем, да. Слава богу, Даша заметила, кричит. Я побежал на кухню. Набрал стакан воды в половину. Короче, Коля спит. Я просыпаюсь от того, что у нас же тут шторка висела, тряпочка. Я просыпаюсь от того, что я вижу, что что-то горит и воняет дымом. Я ж выбегаю, бужу Колю. Здесь присоединяется, подрывается и прибегает с половины полупустым стаканом воды и плюхкает. Потушил, блин. Только потом до него доходит, что он сделал. Да, у нас там была типа проем, как типа дверь. Вот, и просто завешена этой тряпочкой. Так, это у нас сегодня второе число, и мы доедаем то, что не успела еще пропасть. Куча всего.
Мы тут доедаем. Конечно же, внешний вид у всего этого кучи так себе. Ну ничего, ничего. Все можно доесть. Нужно, вернее, даже не можно, а нужно. Так что так. О, о, мужики, на ножки поставили. Так, она уже стоит поки, на. Давай. Так, а где же этот? Кто? А ты так отбацай. Опачки, сейчас будет зачет сейчас вообще. Да, да, давай. А котлетки поставили? Ты! Опа, два! Нет! Нет, котлеты, да, котлеты не ставили. А? Да, Даша спрашивает, котлеты поставили? Да. Так, сейчас будет черный. Черный пошел. Да, давай. О, не пошел. Капец. Обалденно, блин. А Дедушка Мороз знал, что тебе покупать. Он хоть и маленький, но, блин, прикольный, ёшкин кот. Давай. Я скажу, Дедушка Мороз знал, что брать на день рождения. Ой, на день рождения, на Новый год. Да ёшкин кот, ой, Мазила. Они легкие просто, поняла? Серьезные мужики. Вообще, не одна. Вообще зверь. А вы в другую что какую-то пробовали играть? Нет, нет. Бильярд. Тут интересует, пока мисс бильярд. Пока не награемся, ничего не открываем, друзья. Ёшкин кот. Да. Да. Не, ну ты бачил такие, а? Короче, вот вам детский сад. Вторую насадку одели. Это как называется? Что это такое? Это баскетбол. А, баскетбол. Что там, Коля? Я хочу перефигачить. А, капец. А Даша, здрасте. Даша, так Даша на очередь. Даша на очередь. Коля уже настроился, горячо. Ну давай что это там, Даша. Капец. Ну давай, Даша, что там? Ты что, правда хочешь идти в цей хмельник? А ты своему Хмельницкому не такому? Ну? Хмельнику жила. Давай. Ну, Хмельницькому такі дома були, тільки в центрі. Так. Я кажу, надо ближче ставити, не моє. Аня, ти що з ними не граєш? Я так, не повірила. Чо, не хочеш? Ну, так, та ні, сіди, прямо закидувати. Так, треба прямо закидувати. Итак, следующая у нас насадка. Что это, как на это называется? Это футбол, короче. А, понял. Угу. О, а ну. Капец. О, замечательно. Ну, поехали. Детский сад, короче. Коля, на мы... Да, Коля, не выходите. Коля, на мою сторону не заходит. Два мужика взрослых называются. А, Олежки, руки вот так, вот так. Нет, это же... А, ты забыл? Я забыл. Капец, это ужас. Больше нужно им. Опа. Следующая игрулька. Та тут Голин, да, называется? Да. Ну-ка, давай, как это получается? Оба. Раз, выстрел. А ну в сторону фигачи. Два, вытягивай две. Мне кажется, надо же настраивать, куда, в какую сторону тебе фигачить. Да. Еще четыре. Не-не-не, там два. Алиса, привет. Hello. Ты кто? Алиса, очень приятно. И мне приятно. Ты бот? То же самое могу сказать о Васе. О Васе? Алиса. Я здесь. Давай выпьем. Не пью. Я за трезвый образ жизни. Водку не пьешь? Не пью и вам не рекомендую. Вот спасибо. А коньяк? Всегда, пожалуйста, обращайтесь, если что. Коньяк выпьем? Не пью, я за трезвый образ жизни. А что ты любишь? Кофе или чай? Кофе с молоком. А
Алиса, давай выпьем кофе с молоком. Я предпочитаю кофе. Алиса, давай выпьем кофе. Вы какой чай любите? С кардамоном. Звучит аппетитно. А ты любишь чай с кардамоном? Очень люблю. А вы? Я люблю. Давай выпьем. Не пью и вам не рекомендую. Чай с кардамоном выпьешь со мной? Давайте лучше сока какого-нибудь попьем. Какой ты любишь сок? Грейпфрутовый. Давай выпьем грейпфрутовый сок. Я не пью. Ну сок же. Ну. Я вообще не пью. А супчик кушаешь? Раньше любила, сейчас нет. Что ты сейчас любишь? Макароны и котлеты. Макароны и котлеты? Так у меня есть котлеты. Будешь? Вы меня научите. Конечно, научу. С нетерпением буду ждать. Вылетай! Уже бегу. Ха. А ты знаешь, где я живу? Вряд ли вы за пределами нашей галактики. Более точных сведений у меня нет. Давай определим, где я живу. Что нужно сделать? На планете Земля плюс-минус несколько тысяч километров. Точнее, вы мне не рассказываете. Как узнать, где я живу? На планете Земля плюс-минус несколько тысяч километров. Точнее, вы мне не рассказываете. Алиса, я тебя удалю. Вы не посмеете. Посмею, посмею. Ну-ну, рискните. Рискну. Вирусняк, походу. Это хорошее решение. Ну вот. Теперь осталось только ждать. Алиса, расскажи анекдот. Место вы хотите занять в нашей компании через год? Место, где никто не будет видеть мой монитор. Ха-ха-ха, очень смешной анекдот. Я старалась. Вот ты молодец. Хвалите меня почаще, мне приятно. Алиса, скинь 500 гривен на карту Приватбанка. Сейчас найду. А ну найди и скинь. Алиса, ты нашла 500 гривен? Нет, а вы? Я нет. Почему так сразу категорично? Одолжи 500 гривен. 1255 рублей 43 копейки. Перевело. 500 гривен на рубли. Ага. Умничка моя? Умничка, да. Давай. Мы не хотели так пошутить. Заходи на место, бегом. Вы разбиваете мне сердце. Давай на место. Мы не хотели. Мы пьяные просто. Больше так не делайте, и мы не будем ссориться. Договорились? Обиделась. Ложись тогда спать. Доброй ночи. Пока. Алиса, разбуди меня завтра утром в 11. Я на субъект. Хорошо. Поставила будильник на сегодня в 11 часов утра. Ты что, она же охреневшая. Спасибо. Ты самая лучшая. У меня тоже ставится будильник. Да? Окей. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Сейчас Даша заревнует тебя в хлам. Удаляй. Удали ее. Поставила. Ой, какая молодец. Всё здорово.